Es gribētu šodien parunāt par finansēm, kam хотел поговорить сегодня про финансы. О, atcerējos, ka mums ir tulks. Вспомнил, что у нас есть переводчик. Jā, tāpēc, ka es kaut kā viņu nevaru atcerēties. Protams, man jāatvainojas. Мне нужно извиниться. Jā, mums slavēšanā tur kāds... Mēs vēl neesam iepriktizējušies. Мы еще не практиковались. Par cik mums vēl tikai mēs apmācamies. Мы только учимся. Mums ir jāpiespiež ir vienlaicīgi divas pogas. Нам нужно одновременно нажать две кнопки. Un tad slavēšana iet gan šeit, gan tiešai ētrā pilnīgi vienādi. И тогда прославление идет как здесь, так и в прямом эфире одинаково. А ja kāds nospiež pogu ātrāk un kāds vēlāk, а если кто-то нажал быстрее, кто-то позднее, то mums šeit iet labi. То у нас тут идет хорошо. Bet viņiem tur ir nokavēšanos. Но у них там с опозданием. Un tad mēs dziedam, un nezinu, tu dziedi, jau nodziedājies pantiņu. И вот представляешь, ты уже поешь, ты уже спел этот куплет. А он еще такой параглас, вот то есть он. А он только там потом появляется. Ты не можешь сказать, как по лету. И ты не можешь понять, в чем дело. Пастор проморгал. Бытас на кас. Мы это ничего. Мы съем отсюда. Мы научимся. Если уже Бруно узрастись, лаба квалитата камерой. Я уже увидел, как Бруно написал, что хорошее качество у камеры. Я сам прецаюсь. Я сам радуюсь. Un es atceros, ko mums teica tas operā, nu tas, kas no televīzijas, tas vīrs. Я вспоминаю, что говорил этот мужчина, который из телевидения. Viņš teica, ka jūs sapratīsiet, kas tas ir. Вы поймете, что это такое. Tad jūs nekad dzīvē negribēsiet vairāk uz telefonu filmēt. Вы никогда в жизни не захотите больше снимать на телефон. Es jau tagad neko negribu vairāk filmēt uz telefonu. Я уже сейчас ничего не хочу снимать на телефон. Так, ну слава Деву. Слава Богу. Bet šodien mēs parunāsim par desmito tiesu. Но сегодня мы поговорим о десятине. Un par labprātīgiem ziedojumiem. И про добровольные пожертвования. Par партнеriem. Mēs viņus saucam par partneru kalpošanu. Мы называем это партнерским служением. Ну, protams, mājas grupās mums arī ir ziedojumi. Ну, конечно, и в домашних группах у нас тоже есть пожертвования. Un tas vārds nenoveco. И это слово, оно не стареет. Un ir tāda Malahija grāmata. И есть книга Малахия. Trešā nodaļa. Третья глава. Un astotais pants. Восьмой стих. Mēs runāsim par desmito tiesu. Мы будем говорить про десятину. Jo, ну... Так как весь нас десять отец. Когда все приносят десятину. Кунгам. Господу. Негром Велвичем. А не Айгру Велвичу. Тогда скажешь, что драут зим. Тогда понятно, что церковь знает. Так как далее не. Но когда часть нет. Тогда сопрут, что далее не позиист Диеву финансес. То я понимаю, что часть она не знакома с Богом в финансах. Jo Dievs grib svētīt. Потому что Бог хочет благословить. Mums tad nesen bija tāds gadījums. И недавно у нас был случай. Nu, ne draudzē. Не в церкви. Man nācās satikt cilvēku. Мне пришлось встретиться с человеком. Kurš visu laiku sev baig krāj. Который все время собирает. Ja viņš kaut kur brauc ciemos. Если он едет в гости. Ja kaut kas jāpērk. Если что-то нужно покупать. Nu, viņš tā nevisai. Ну, он так не совсем. Ну, видишь, таки сапает. Ну, все же купят. Ну, видишь, да, по фрею висур педалас. Ну, он так бесплатно, везде участвует. Ну, видишь, тур пает по фрею. Ну, он там бесплатно покушает. Видишь, тур айсброс по фрею. И он там поедет бесплатно. Ну, видишь, какой вел, да, вон какой там, но он пил, ну, пепул я пил. И еще что-то получает, и не надо прикладывать усилия. Он такой, ой, форш ты, ар крестящим тусай. Ой, ну классно тут с христианами тут тусить. Ман некас не кур наоялых. И мне никуда не надо ничего сказать. Бет верно, раз мы поедем. Но всегда я... Верно, он висит картиба. Всегда все в порядке. Ну, я с виням не кур не тейцу. Ну, я ничего им не говорю. С дома я кадрей заднаксу здравуцы. Я думаю, что однажды приду в церковь. Kādreiz viņš atnāks uz draudzi. Я думаю, что он когда однажды придет в церковь. Tad dzirdēs Dievu vārdu. Он услышит слово Божье. Sapratīs. Поймет. Bet mēs šodien palasīsim. Но мы сегодня прочитаем. No 8. Panta. С 8. Стиха. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu? Kā jūs mani krāpjat? Jautājums.
Можно ли человеку обкрадывать Бога? Чем обкрадываем мы тебя? Kādad jūs tad sakat, nu kā tad mēs tev, kungs, krāpjam? Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Ir cilvēki, kas nesaprot. Есть люди, которые не понимают. Ka desmitā tiesa pieder Dievam. Что десятина принадлежит Богу. Ja tu esi pieņēmis Jēzu savā dzīvē. Если ты принял Иисуса в свою жизнь. Ja tu esi Dieva namā. Если ты в Божьем доме. Tad Dievs izplēš par tevim savus spārnus, viņš tev sargā. То Бог, он открывает свои крылья над тобой, он тебя охраняет. Viņš dod izdoties tavam ceļam. Он дает, чтобы твои пути были удачными, успешными. Tādēļ Dieva daba. И вот такая есть природа Бога. Un Dievam ir vārds. И у Бога есть слово. Mēs zinām, ka jebkurš Dievnams. И мы знаем, что любой Божий дом. Kuru vada Dievs. Который ведет Бог. Apkalpojošais personāls. Весь обслуживающий персонал. Viss, kas notiek draudzē. И все, что происходит в церкви. Par to tiek maksāts. За это нужно платить. No desmitās tiesas un no ziedojumiem. От десятины пожертвований. Un tā kā visa draudze. И когда вся церковь. Pienes Dievam desmito tiesu. Приносит Богу десятину. Tad mēs varam kopā daudz lietas izdarīt. Тогда мы можем вместе много вещей сделать. Mēs varam glābt pazudušo. Мы можем спасать погибшее. Mēs varam sludināt evaņģēliju. Мы можем проповедовать Евангелие. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem viņu vajadzībās. Мы можем помогать людям в их нуждах. Mēs varam uzturēt Dievnamu. И мы можем содержать Божий дом. Mēs varam attīstīties. Мы можем развиваться. Un tas viss ir no desmitām tiesām un ziedojumiem. Все это от десятин и пожертвований. Un tagad katrs to dara. И вот когда каждый это делает. Dievs uzlūko to cilvēku. Бог видит этого человека. Un viņš sāk svētīt tā cilvēka namu. И он начинает благословлять дом этого человека. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka viņš ceļ Dievnam. Потому что он строит Божий дом. Jo Dieva mērķis. Потому что цель Бога ir glābt šo pazudušo pasauli. Спасать этот погибающий мир. Но бояясь. Который идет на погибель. Un ja tu to dari ar saviem ziedojumiem. Если ты это делаешь со своими пожертвованиями. Tu kļūsti par Dieva partneri. Ты становишься партнером Бога. Tu atbalsti Dievu. Ты поддерживаешь Бога. Tu atbalsti Dieva darbu zemes virsū. Ты поддерживаешь Божью работу на этой земле. Un ja tu pievērsi Dievu uzmanību. И если ты привлекаешь внимание Бога. Tu Dievs saka, es gribu viņam palīdzēt. То Бог говорит, я хочу ему помочь. Es gribu viņu svētīt. Я хочу их благословить. Его... Viņš rūpējās par manu tautu. Он заботится о моем народе. Viņš rūpējās par maniem cilvēkiem. Он заботится о моих людях. Tā Dievs skatās. Вот так Бог смотрит. Uz katru vienu no mums. На каждого из нас. Kad mēs nākam uz Dievnam. Когда мы приходим в Божий дом. Un meklējam viņu. И ищем его. Bet Dievs saka, jūs mani krāpjat. Бог говорит, вы меня обкрадываете. Jūs gribat saņemt svētības. Вы хотите получить благословение. Jūs gribat, lai es pievēršu jums uzmanību. Вы хотите, чтобы я обратил на вас внимание. Bet jūs mani paši apzogat. Но сами меня обкрадываете. Ar ko? Чем? Ar desmito tiesu un ziedojumiem. Десятинами и приношениями. Un devītais pants saka. И девятый стих говорит. Tādēļ jau jūs esat nolādēti tā, ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits par citu mani krāpjat. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Tas ir tie cilvēki, это те люди, kas neizprot, kas ir desmitā tiesa. Которые не понимают, что такое десятина. Ko tas nozīmē, ka mums visi iet rokā bojā? Что это означает, когда у нас все ломается? Мы столько ударом, у нас не сынок. Мы что-то делаем, у нас не получается. Каугас поставил, залуз плист. Что-то постоянно ломается. Продамс весь плист, увартей, ну мацита. Конечно, ты можешь сказать, все ломается, пастор. Бензинкай, котел не ед. Но знаешь, когда у тебя не получается. Подставил трухт. Постоянно не хватает. Каукур не сосканис. Где-то какие-то несогласования. Каукур тел не измаксал науду. Где-то не выплатили деньги. Каукур тел новилцин. Где-то тебя оттянули время с тобой. Лайку по лайкам. Время от времени. Тел яшке на изнемпес. Тебе нужно бежать и занимать деньги. Тапецка тел не пепек. Потому что тебе не хватает. Ардио-то оно. С Богом так нету.
Dievs tev ved no ticības ticībā. Bogs tevi ved no vēra uz vēru. Un Dievs tev šodien saka. I Bogs tevi šodien govori. Es gribu tevi svētīt. Я хочу тебя благословить. Es gribu tevi pacelt. Я хочу тебя поднять. Beidz mani apzakt. Перестань меня обкрадывать. Tu nevari zakt no Dieva. Ты не можешь воровать от Бога. Un gaidīt no viņa svētīt. И ждать от него благословения. Tā nesanāk. Так не получится. Tev ir jābūt ar tīru sirdi. Тебе нужно быть с чистым сердцем. Mācītājs gandrīz visu desmito tiesu atdodu. Пастор, я почти всю десятину даю. Ну, man šeit tad pietrūkst maizītē, ну, paņem es tur piecīti. Un иногда не хватает на хлеб, и я беру оттуда пятерку. Ну, bet pārējo taču es atdodu. Но остальные-то я отдаю. Dievs saka visu desmito tiesu. Бог говорит всю десятину. Skaties. Смотри. Viņš dod apsolījumu. И он дает обетование. Десятая панта. Десятый. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī. Tā, lai arī manā mājā būtu barība. Un pārbaudiet, tad mani šai ziņā saka tas kungs Cebauts. Vai es arī neatvēršu debes logus un nelikšu svētībai par tiem pārpilnībā nolīt par jums. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Он говорит в полной мере. Ну еще на алгас доду. Но я от зарплаты даю. Man tur vēl šāda tāda nauda ienāk, vai tad man no tā ir jādod, vai? И мне приходит иногда вот такая такие деньги, и оттуда мне давать? Dievu vārds saka, Slovo no говорит, katra ienākuma. От каждого дохода. Pilnā vērtībā. Полной мере. Un pārbaudi. И испытай. Kad tu nāc ar savu desmito tiesu, когда ты приходишь со своей десятиной, vai no viņa tevi ir aploksnē? Или оно у тебя в конверте. Vai tu viņu pārskait? Или ты перечисляешь. Pirms tam paņem un lūdz par to, kungs. Перед этим возьми и молись, Господь. Es uzticu tev savas finanses. Я доверяю тебе свои финансы. Es atdodu tev savu desto tiesu un ziedojumus. Я отдаю тебе свои пожертвования и десятину. Es tiešām gribu redzēt, kā tu darbojies manā dzīvē. Я действительно хочу видеть, как ты действуешь в моей жизни. Es tev gribu pārbaudīt. Я хочу тебя испытать. Вот tu dari. Вот это ты делаешь. Tu neņem tā desmitā tiesa. Ты не берешь так вот это десятина. Ай, я дод Dievam. Ой, надо давать Богу. Varētu jau kaut ko nopirkt, ja domājies, vesel 30 eiro jādod. Ej, tu nost. Могу что-то купить, представляешь, целых 30 евро отдаю. Cik es varētu nopirkt končas. Сколько бы конфет я мог купить. Tur vēl kaut ko varētu nopirkt. Ещё бы мог что-то купить. А он за Dievam jādod. А мне тут надо Богу отдавать. Вот читай, это вер. Вот если у тебя так есть. Jādod Dievam. Ай, да, надо отдавать Богу. Labāk nedod. Лучше не давай. Tad viņam Dievam augšā sūdīgi sametīsies. Потому что Богу там наверху плохо станет. Jā. Nā, caur zobiem. Через, сквозь зубы. Un tad kungs arī tā caur zobiem. Ai, jā, izlīvi viņam sveitīt. Varētu sev atstāt. Mog būt sebi atstāt. Varbūt kaimiņam iedot kādam. Možas kakomu tas sasiedu dāt. Labi, eņģeļ, aiziet pastoties. Možas tur kaut kas ir tāds. Nu, tepļap, možas tur ir kaut kas. Ну, посмотрите, здесь ангелы. Может, там что-то есть, ну, такое тяп-ляп, ну, что-то есть у вас, может быть. Ну, тогда изнесет, я им стал слинком, да? Тогда отнесите там, если вам не лень. Ну, как? То есть, не здесь? Ну, когда... Без гада? Я, мерик, без проблем. Да, спокойно, без проблем. Вот тогда из монстра санак. Поэтому у нас так получается. Un tad piepiši atrodās kāds vecs eņģelis. И тогда вдруг появляется какой-то старый ангел. Ar pievārdu Zaporožets. С названием Zaporožets. 60 km stundā. 60 km. Un lido no trešām debesīm uz tavā mājā. Третьего неба к твоему дому. Stundu pabrauc. Пу-пу-пу. А ты не можешь сапрост, кунгс! А ты не можешь понять, Господь! Мне есть науку! Мне нечего кушать! Палыц, ман! Помоги мне! Я у меня запокаля избрал, гайд, бус! Уже месяц назад поехал, жди, будет! Вот там у сноты! Вот так у нас происходит! Парвод! Испытай! Слава Девам! Слава Богу! Когда ангель аркайсом сатрум туру!
пары твоя. Что ангелы передвигаются со скоростью света. Vai vēl var pateikt un ir. Или слово сказал и есть. Es uzticīgs kungam. Будь верен Богу. Viņš tev zapiņu nekad dzīvē neaizsūtīs. Он тебе запорожец никогда в жизни не отправит. Tu kaut ko labāk iedos. Даст что-то лучше. Вот мы снимаем, гандриз вы разапин 3 года. Вот мы практически снимали 3 года запорожцем. Вот так это он сериал. Ух. А сейчас у нас уже ух. Посмотри, есть Dievs apsol tālāk. Посмотри, Бог обещает. 11 стих. Un es padzīšu jums palīdzētams Rīgo postītāju kukaini. И для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Но jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizpost. Un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebauts. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Цебаутс.